В областном обществе слепых прошел конкурс «Белая трость». Он был организован в рамках празднования юбилеев Актау и Мангистауской области. Участники продемонстрировали свои творческие и интеллектуальные навыки. Подробности далее. В конкурсе приняли участие свыше 60 человек. Один из них – инвалид первой группы Нуржан Досов. Интерес к состязаниям он проявил еще 8 лет назад и с тех пор не пропустил ни одного конкурса «Белая трость». Любит художественное чтение, исполняя стихотворение акынов. Толкыны тайдай тулаған, шағаласы шулаған, жағасында Каспийдің. Достарым, алауларыңыз сөнбесін, туларыңыз сіздің желбіресін. Бұл шараға мен 16 жыл. В этом мероприятии я принимаю участие 16 года. Я здесь читаю вдохновляющие молодежь патриотические стихотворения. У нас здесь много постоянных участников. Есть и певцы, и музыканты. Наш конкурс всегда проходит на высшем уровне. Конкурс проходил 2 дня. Состязания стартовали с чтения и письма по системе Брайля. Затем наступил черед турнира по дойбе. Свои умения показали около 40 членов общества слепых. Нужно отметить, творческий турнир проходит уже 15-й раз. Задача нашего общества – объединить незрячих и слабовидящих людей, проводить для них культурные и спортивные мероприятия, а также защищать их законные интересы. Мы должны оказывать поддержку талантливым членам общества, воодушевляя их. Выражаю безмерную благодарность всем, кто помогает нам, а также нашим сегодняшним гостям за их добрые пожелания. Сегодняшний турнир проходил по номинациям «Художественное чтение», «Сольное пение», «Сольная игра на музыкальных инструментах», где выступили около 20 участников. В областном обществе слепых зарегистрировано свыше 600 человек. 150 из них проживают в Актау. Ердос Кужантайлы, Надежан Спандияр, Дидар.